Еще одна моделька от Invicta, известнейшей якудзы. Посмотрите, какая гравюра дракона на циферблате. Вон где пасть, вверху два глазика с кристаллами сваровских переливаются. Классическая расцветка, такой серый цвет, немножко серебро с титаном, что ли. И черный красивый очень силиконовый ремешок. Внутри он с красным идет. Механика с автоподзавода, вот красный внутри. Ну и, конечно, плавно двигающая стрелочка. Так на всех часах, на которых стоит очень хорошая механика.